Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, и я Вика, и вяжем сегодня простые следочки с бантиком. Первое, что хочу сказать, спицы 3,5 мм и ниточки 200 метров в 100 граммах. На спицы набираем 28 петель. И вяжем лицевыми петлями. Вяжем лицевыми петлями, кромочная, изнаночная. Провязала я 30 рядов. Для моего 35 размера это 18 сантиметров. Меряем ногу, вот это расстояние до конца мизинца, потому что оно натянется потом, и чтобы хорошо было на ножке смотрелось, нам немножечко нужен как бы зазор, чтобы оно подтянулось. И сейчас все петли закрываем. Петли я закрыла и оставила подлиннее ниточку для того, чтобы потом продеть ее в иголку и сшивать этой нитью. Для бантика мы набираем 18 петель и вяжем точно так же лицевыми петлями. Провязала я 14 рядов. Сейчас измеряю, сколько это. 4 сантиметра. И все петли закрываем. Так, и теперь, девчонки, будем собирать. Вот эту ниточку, которую я оставила подлиннее, я продела в иголочку. И вот где наши закрытые петли, мы просто их вот так вот одеваем. Протягиваем. Немножечко здесь вот оставляем ниточку. И стягиваем, хорошенечко стягиваем, завязываем тут узелочек и стягиваем. Вот так вот, хорошенечко. Теперь сшиваем вот здесь вот. Так, делаем узелок. Сейчас я скажу, на сколько сантиметров я сшила. 6 сантиметров от начала. Отрезаем ниточку. Шьем пятку, складываем вдвое и сшиваем со стороны пяточки. Делаем узелок, обрезаем нитку, ворачиваем. Вот такая заготовочка, такой вот следочек у нас. Теперь берем нашу заготовку на цветочек, ой, на бантик. Измеряем, сколько у нас тут длина. 9,5 сантиметров. Так вот 10. И 5 сантиметров в половине. Мы берем иголочку и так вот продеваем ее через все вязание. Так, теперь стягиваем, обматываем ниточкой. Еще немножко. И теперь пришиваем к нашему следочку. Вот. Вот такой вот бантик. Делаем узелок и обрезаем нитку, и вот такие вот топотулечки у нас получаем следочки.
Вот и все, девчонки, с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. А также не забываем ставить лайк, подписываемся на канал. Еще новая функция — субтитры. И в настроечках мы можем перевести субтитры на любой язык. Вот здесь мы выбираем или нужный вам язык и переводим субтитры.